Ребята, всем привет! Сегодня 12-й день нашего похудения. Сегодня 4 ноября 2021 года. Сегодня еще и праздник, День народного единства. Поздравляю с праздником. В общем, худеем. Сегодня я буду кушать так. Тут у нас опята маринованные, опята. Картошка поджаренная, такая картошка, помидорка, капустка, чуть-чуть сала, чуть-чуть рыбки, и два кусочка колбаски. В общем, это все мы не съедим. Так, покушаем на раз. Так, посмотрим телосложение без напряжения, без всего абсолютно. Так мы выглядим. Ну, в общем, так мы выглядим. Сейчас мы взвешиваемся, посмотрим вес. Опять этот погоду показывает. Девяносто один показывает. Судя по всему, мы поправляемся на глазах. Прям поправляемся. Короче, судя по показаниям весов, мы так и 100 килограмм набрать можем, переставляя. Так, сейчас посмотрим. Ну, не знаю. Что-то ребята не худеется, а мы что-то поправляемся. Хотя едим один раз в день. Думаю, не думая, скорее всего, вода. Когда она начнет уходить? Ну, я так думаю, она начнет уходить разом. То есть мы за день сразу можем 3 килограмма, 4 килограмма потерять. То есть дождемся, когда уйдет у нас вода. Отжиматься мы не будем. Настроения у нас нет, судя по показаниям весов. В общем, будем ждать, взвешиваться, когда наконец-то начнет уходить вода. И мы разом потеряем несколько килограмм, то есть похудеем. Ладно, ребята, с вами был Ильич. Пока-пока, еще увидимся. Прям это не радует уже. Четвертый день не радует. Весы стоят на своем месте. Ну все, пока-пока.